Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что власти Армении до сих пор не ответили на ряд важнейших вопросов, связанных с неадекватными решениями в ходе войны, как остановка мобилизации на третий день войны, предупреждение Генштаба о поражении и многое другое. Об этом он заявил на пресс-конференции для российских СМИ в четверг. Вы понимаете, это ненормально, когда власть не может дать вразумительные, внятные объяснения вполне конкретным обвинениям. К примеру, почему на третий день войны было остановлено составляющие мобилизации, предполагающие пополнение действующих вооруженных сил? Почему премьер-министр не принял предложение российского президента 19 октября? Также Кочарян не исключил, что поражение в войне было запланированным и что Пашинян знал, что война будет проиграна. Между тем, на четвертый день войны он уже знал о том, что война будет проиграна. Он имел письменное заключение генерального штаба о том, что война, которая ведется, вероятнее всего, определенно будет проиграна. Это не просто пустые заявления. Это сообщение о преступлении, которым должна заниматься прокуратура и следственные органы.